Добрый вечер, дамы и господа. Решил я устроить ночной заезд собаке. Слышно? Не знаю. Устрою я ночной заезд. Периодически мне нравится такие заезды устраивать, ибо от них я получаю особый кайф. Сегодня я выехал вечером на МТБшке, проехал в темных местах, среди деревьев. Стрёмно было, потому что боялся собак. Каждый раз думал, что за мной кто-то бежит. Но нет, слава богу, все обошлось. Сейчас я нахожусь... Ой, в парке страшилищ, наверное. Я не знаю, это одна из самых уморительных статуй, которые есть в нашем парке. Я ее обожаю. Она настолько ужасна, ой, что даже прекрасна. Внимание. Это Микки Маус. Бедный Микки Маус. Короче, поехал я дальше. Мой ночной заезд продолжается. Как вы можете видеть, я подъехал к морю, к берегу моря. Так, не знаю, вау, поехали. Видно? Буду говорить так. Сейчас проверим, как это выглядит вообще в кадре. Секунду. Агась. Вроде получилось включить молдавский. Из-за того, что... Блин, камера... Значит, сейчас я нахожусь на берегу. Сегодня был вечером, я выехал на Кубе. Да, вот мой. Могу тут показать. О, велосипед. Тина. Мне очень приятно ехать по ней, снимать. Может попробовать, не знаю. Водичка. Я даже не знаю, который сейчас час. О, луна. Вот и луна. Там наш город, бульвар. Эх, была бы у меня экшн-камера, я бы сейчас в ночное время суток, в темное время суток спустился бы там мини-трейлом. Сыкотно, конечно, но адреналинчик играет прикольно. Брум-брум-брум, мой Швальби. Не знаю, что мне не нравится. Да, не важно. Да, не знаю, поехать что ли? Как? Куда бы телефон при... За мной все же погнали собаки. Фу. Прям рядом бежала. Еще чуть-чуть, уже почти прыгала. Фу. Мне было, конечно, не до камеры. Ой, но я улепетывал как положено. Думаю, надо посмотреть по страве. Я хоть и на НТВ, но это довольно хорошую скорость набрал, улепетывая от них в подъемчик. Все-таки адреналин делает свое дело. Фу. Еду домой, хватит мне сегодня адреналина. О. Скажу жене смеяться, но сначала поругать. Я теперь знаю, где
чужих фокусах. Коротенький вечерний видеоблог заканчивается. Надо было собаку снять. Блин, была бы уже экшн-камера, вы бы увидели.